Патологии сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди причин смертности во всем мире. Поэтому ранняя диагностика может спасти сотни человеческих жизней. Петру Степанову 2 года назад поставили диагноз ишемическая болезнь сердца. Теперь он 2 раза в год проходит восстановительное лечение в кардиодиспансере. Бывает, когда это связано с тяжелой работой, например, да, одышки там появляются, а после лечения все это вот, ну, как бы проходит после лечения, намного легче становится. Ну и, скажем так, очень приятно то, что вот наши врачи, так скажем, стараются, все делают, все возможное делают ради больных, ну, ради пациентов. Появляется, скажем так, легкость, ну, и работоспособность появляется, повышенная уже работоспособность появляется. И вообще сразу же видно, что улучшение есть. Установить вовремя точный диагноз помогает оборудование нового поколения. Доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической функциональной диагностики Московского университета имени Евдокимова Светлана Иванова демонстрирует врачам-кардиологам клинической функциональной диагностики возможности сфигмометра. Он показывает возраст сосудов, их жесткость, что позволяет определить возможные риски. Что за заболевание можем диагностировать? Это, как правило, атеросклероз артерий верхних и нижних конечностей. Это заболевание коронарных артерий. Это артериальная гипертензия, которая стала бичом сегодняшнего дня. Артериальная гипертензия молодеет, что связано и с факторами риска, и с факторами питания, и с особенностями, наверное, повседневной жизни, интенсивностью образа жизни сегодняшнего, современного образа жизни. Поэтому правильное своевременное выявление артериальной гипертензии, поражение органов мишени, которое обуславливает повышением давления, и имеет важное значение профилактики осложнений. Велоэргометр нового поколения. Современный универсальный электрокардиографический комплекс работает параллельно с УЗИ-аппаратом. Его тоже приобрели недавно, и он уже значительно упростил работу врачам. Прибор позволяет точно и быстро обследовать сердечно-сосудистую систему с дозированной физической нагрузкой и показывает, в какой части миокарда возникает спазм сосудов. Так можно предотвратить инфаркт. К нам направляют прежде всего кардиологи на это исследование. Кардиологи заинтересованы в этом, в этой диагностике. Вот. Для отбора на высокотехнологичные операции, например, аортокоронарное шунтирование. Ранняя диагностика – это шанс сохранить качество жизни даже при серьезном диагнозе. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика.